Всем привет, привет, народ! Здравствуйте, здравствуйте, подписчики, друзья и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис, и сегодня мы поговорим о нововведении в игре и в целостности о самом патче 2.0.7. Да, вы знаете, его за день, по-моему, раза три ставили, там всякие там фиксы добавляли и тому подобное, но все это мы разберем, я думаю, прочитав с информацией, кому-то может что-то новое с этого открою и вообще покажу, как это все в принципе работает. Самое интересное, я думаю, мы точно будем обозревать. Сейчас сыграем в лотерейку, да. По привычке. На мирового босса я уже сегодня ходил, поэтому сыграем только в лотерейку. Получим сейчас своих заведомо 10 тысяч маны. Нет, не 10 тысяч маны. Получим 20 кристаллов. 100 кристаллов! Сегодня вообще гуляем. Сотка кристаллов можно потратить и выбить кучу говнорун. И да, пока мы не начали обозревать все это нововведение, хотел бы вам показать и порекомендовать такого человека, как Элизар. Он снимает также видео по этой игре, и это ни в коем случае не реклама YouTube канала и тому подобное. То есть не подумайте, я никого не спонсирую, не рекламирую и прочее. То есть человек, просто если в двух словах, вот сейчас вы, наверное, видите часть этого видео, также описание, ссылку и все остальное я добавлю у себя в описании. Да, то есть вы сможете перейти на его канал и посмотреть полностью это видео. Видео посвящено чему? Там, кстати, две части будет. И в сумме в этих двух частях, не поленитесь, действительно, не знаю, я лично уж точно не пожалел, так скажем, о том, что я посмотрел это видео. Тем более, смотрел его даже на работе, то есть в конце своего рабочего дня. Скажу так, в сумме на этих двух видео он вместе со своим братом Вадимом, насколько я помню, вызывает около 300 свитков. Согласитесь, да, у вас, наверное, единственный вопрос, который сейчас вообще возник, где, мать его, ссылка, Аракис, харе трындеть, дай нам посмотреть нормальных монстров, да, дай нам посмотреть это все зрелище. 300 свитков, ладно, почти, ну, плюс-минус там, я не помню сколько, но около 300 свитков, да, поэтому переходите по ссылке, посмотрите, ставьте лайки, я считаю, видео достаточно интересное. И все-таки поздравляю наперед со всем его призывом и призывом брата. Как ни крути, лично мне многие монстры понравились. Итак, да, перейдем к нововведению и патчу. Да, в этом нам поможет, я думаю, правильно. Так, будем закрывать. Не убрал я уведомление. Поможет нам в этом, конечно же, сайт и вообще описание, так как я могу это обозревать все с игры, но постоянно выходить, закрывать и тому подобное, вы понимаете, это будет немножко неудобно. То есть мне проще будет прыгать между браузером и игрой. И давайте начнем, да, уведомление об обновлении версии 2.0.7. Сегодня это произошло обновление, ну хотя я не знаю, когда вы смотрите это видео. Поэтому давайте перейдем по пунктам. Как они здесь расставлены, в принципе, не имеет значения. Просто пробежимся. Добавлю новый контент для Айрин. Кто такая Айрин, я сейчас покажу и объясню. Забуду имя любимое мое, твое имя, имя любимое мое, и непобедимое. Теперь не нужно беспокоиться о расписании акций и событий, ведь теперь у вас появится личный секретарь, да, секретарша. И сиськи! Которая вечно орет на острые, что ей скучно, поиграй со мной, я жирная и тому подобное. Короче, это ужас. На самом деле, вы посмотрите все эти сообщения, это полный пипец, какая-то типичная баба. Да, вот, которая будет оповещать вас об изменениях в расписаниях каждый день. Да, то есть она будет уведомлять вас о эвентах текущих, которые будут скоро, я так понимаю, через время, сколько там осталось до эвента. В принципе, реально полезное уведомление, особенно для новичков. Я скажу, даже для меня это полезное уведомление, потому что не всегда успеваешь следить за какой-то там акцией, особенно которая вот час длится, к примеру, там на ману, на хп, хотя мне эти, на хп, в смысле на XP, мне эти акции уже не столь интересны, но все-таки все равно приятно получить какой-то бонус даже за этот час. Вот. И сейчас, в принципе, покажу по игре, как это все выглядит, где она спряталась. Вот, теперь она кликабельна стала, то есть не просто вот вы зажали кнопку, да, там, и перенесли ее куда-то. Кто дира... Матерь боже, вот
таких я еще сообщений не видел. Ладно, вы это уже сами почитаете и посмотрите. Кстати, буквально до последнего обновления было здесь, по-моему, на русском языке. Ладно, может, это мой какой-то патч такой кривой и такие дела. Вот вы видите, то есть здесь пишется прогресс вашего, вот, допустим, ежедневное задание. Вы сможете нажать, то есть все здесь кликабельно, перейти к ежедневным заданиям. И у вас видно вот даже в этом списке, что вы сегодня сделали, не сделали. И одно из действительно важных вот добавлений в этих моментах, это вот вы всегда сможете проследить, сколько у вас еще там осталось. То есть не нужно спрашивать, честно, даже самому порой интересно. Блин, а когда ж там мне дадут мистик, или когда мне там дадут 100 кристаллов, или когда дадут там буст на 12 часов. Теперь это все делается в одну секунду, то есть не нужно спрашивать у кого-то, не нужно там с утра следить, запоминать, делать скриншоты и тому подобное. Действительно, очень удобно сделали, скажу так. Что-то уведомление. А, понятно, то есть еще и кнопочка вот эта кликабельная, я ее просто не нажимал. Здесь вы видите, нажав на задание, то есть, и костюмы. То есть разработчики, кстати, еще пообещали, что на нее будут дополнительные костюмы, я так понимаю, тоже за баблишко. Я не знаю, что там будут за костюмы, я уверен, какой-то там стриптизерши всех дел. Обычный ее костюм, вы знаете, до этого был вот такой вот там розовенький, то есть снегурочки. Но ей ввели вот этот костюм синий, она изначально теперь в синем костюме. И разговаривает она, в принципе, с самого начала с вами в синем костюме. Но я вот ее переодел, не знаю, мне как-то эта версия больше нравится. Не знаю, за какую валюту будут эти костюмы покупаться. Мне кажется, все-таки за реал. И, возможно, тоже ведут вот эти вот какие-то за камни, что ее можно будет переодевать. Но мне кажется, 100 камней, чтобы переодеть какую-то Айрин, это явно не будет того стоить. Но, опять же, эта информация просто от меня, это какие-то мои домыслы. Я не уверен, что так на самом деле будет. Но все же, мне кажется, вот сколько бы вам было бы не жалко потратить на Айрин, чтобы ее переодеть. Лично мне, ну, максимум 30 вот этих камней. И то я за все свое время, как открыли эту гидру, нафармил, кажись, 25 или что-то такое. Они могут неделями не падать, а потом за день упадет штук 5 камней. Какой-то бред и ахинея на самом деле в плане этих камней. Ну, дело такое, даже ладно, сейчас вам покажу, сколько у меня этих камней. 26 камней. Да, осталось буквально года 2 поиграть, и я соберу свой костюмчик на Катаринку. Что оно там? Короче, она с вами теперь будет общаться, нести вот эту вот пургу, чушь полнейшую. Ну, с одной стороны, да, как-то она оживила этот остров. Где-то даже вот интересно не просто, знаете, монотонно там ману поклацать и тому подобное, а даже вот почитать, что несет эта стерва. Да, перейдем ко второй части. Спасибо, что лайкаете. Прикольная аватарка. Так, максимальное число ячеек в хранилище монстра увеличено с 350 до 400. Ну, скажу так, большинству эта информация нафиг не нужна, даже мне еще до сих пор. У меня, по-моему, хранилище открыто то ли 130, то ли 140, поэтому мне еще до вот этого, ой-ой-ой, лучше бы они даже инвентарь с рунами повысили до 600, я был бы больше рад, потому что у меня уже 480 или 90 рун, и я каждый день продаю по десятку непонятных рун, которых я хоть и сохраняю, но опять же потом продаю. Но это дело такое. Ладно, едем дальше. Добавлена новая иконка для сохранения команды монстров, используемых на арене, битвах, гильдиях и рейдах. Для каждого вида битв можно сохранить до 5 команд монстров. При смене команды не забудьте нажать на сохранить. Действительно, вот последний пункт, это важный. Сейчас я вам покажу, почему и как вообще это работает, чем это едят. Я понимаю, что для многих эта информация, скорее всего, будет не нужна, так как они сами уже все это прокликали. Но кто-то, к примеру, там, не знаю, пришел с работы, опа, видео новое у Аракиса, а дай-ка погляжу. И тут на тебе все об обновлении. Плюс, может, кто-то для себя что-то интересное и новое откроет. Давайте зайдем вот, допустим, в битву, я не знаю, кого. Ну, вот, к примеру, да, на этого человека нападем. Что здесь интересно? Вы видите, добавлена вот такая кнопка. Но это мы сейчас обозреваем арену. На ГВ я тоже после этого зайду. Добавлена эта кнопка. Что здесь нужно и можно делать? И заведомо скажу еще, что если вы играете с планшета, с телефона и, допустим, с компьютера, вам на каждом из девайсов нужно будет все это выставить заново. Потому что хоть вы играете с одного аккаунта, оно не сохраняется. То есть оно сохраняется у вас именно на девайсе, в памяти девайса вашего. Вот такие вот дела. Ну, как-то так, да, я знаю, что это немного неудобно, но часто, тем более, у меня настройки сбиваются. Короче, это немножко в геморрой превратили. Ну, ладно, уверяю вас, за это вот респектушка Комтуасом. Это для меня лично самое, наверное, лучшее обновление. Ну, хотя я еще не все рассмотрел. Будем смотреть с вами дальше. Что нужно здесь делать? Вы нажимаете кнопку «Править». И, допустим, выбираете, какую вы там колонку хотите править. К примеру, то есть вы здесь просто автосохраняете монстров, чтобы не нужно было постоянно вот это вот выбирать. На самом деле, классное обновление. И вот, к примеру, да, мои стандартные пачки. Я, допустим, одну-две соберу там.
через которые я атакую на арене. Первый, кого вы поставите, это, конечно же, будет лидер. И это действительно важно. То есть здесь не на путь дойти. Я, кстати, не помню, можно ли их вот менять местами. Сейчас и проверим заодно. Аквила. А ну, можно? Да, нет, нельзя, по-моему. Вы видите, нельзя здесь менять местами. Ёбаный в рот, так как так-то? Поэтому здраво расставляйте своих монстров. То есть размышляйте, ставьте как нужно. Ну вот, к примеру, да, я нажимаю кнопку «Сохранить». И так далее, я не думаю, что здесь стоит в дальнейшем обозревать. Вот, к примеру, да, мы убрали всех монстров. Зашли, и у нас там, ну, нет ни одного монстра. Либо мы атаковали вот через вот такую пачку, но я хочу сменить. Я зашел, нажал вот сюда кнопку там «Дек-1». И хоп, у меня в одну секунду, там в долю секунды выставилась пачка. Не знаю, ну опять же повторюсь, но респектуш каком-то асам, это действительно офигенное нововведение в игру. Ну, я лично рад, это просто чума. Особенно для тех, у кого действительно уже много монстров и кто захотел бы... Лично я по себе скажу, что для меня вот этих 5 паков, это даже, наверное, маловато. Потому что 5 их забил я буквально, ну, в первую минуту, я даже особо не размышлял. То есть у меня 6-7 даже стандартных запаков, которыми я там иногда воюю на арене. То есть я их меняю. Для меня вот десяток нужен был бы. А для тех, кто еще дольше играет, либо у кого есть монстров больше, и того поболее нужно. Теперь рассмотрим ГВшку. ТГВшки, в принципе, система такая же, воевать я сейчас не буду, просто покажу, как это здесь выставляется, вы видите. То есть сюда вы тоже сохраняете какую-то часть мобов, допустим, там 3 моба, вы знаете мой русский стандарт, к примеру, вот этот монстр, Хлоя и Валька. Ой, не то нажал, и Валька, и вот я нажимаю сохранить, да. Ну, я не нажал сохранить, разве? Хотя вроде бы нажал, ладно, сейчас еще раз, может лаг какой-то был. Да, не удивлюсь, если тут еще какие-то баги и тому подобное. А, я нажал закрыть. Извиняюсь. Я нажал закрыть. Итак, вот мы сохранили. То есть вы видите, и допустим, вот вы можете выбрать вот сюда эту пачку, да? Нажали там вот дек-1. Хоп, и она здесь уже выставилась. Реально тоже удобно. Но для ГВ, я скажу так, 5 пачек... Ну, наверное, уж точно будет мало. Ладно, для арены, для большинства людей. И вы видите, да? 2R, то есть это вторая команда... Тоже удобно. Вы видите сразу, где выставлена вот эта ваша пачка. То есть не нужно закрывать, присматриваться. Блин, а куда же я ее поставил? И делать лишние телодвижения. Удобно на самом деле. И действительно, опять же, повторюсь, что для меня на ГВ уж точно маловато вот этих вот 5 слотов. Потому что, к примеру, на арене многим хватает там 2-3 слотов с головой вот так вот. И уже они будут рады и довольны этому. Ну, лично мне, как и уже там другим игрокам, которые играют в эту игру подольше, да, им будет также маловато. Классное обновление, и вот это, наверное, лично от меня, еще раз говорю, респектушка, уважушка и особая благодарность, я не знаю, надеюсь, меня комтуасы не смотрят, потому что через ног нельзя играть, да, Эдмунд мне совсем не... Господи, кто такой Эдмунд? Мне как-то все равно, кто тебе там не нравится, ладно, не будем на них обращать внимания. Дальше. Исправлен УИ монстров друга, которые... Ладно, которых можно использовать в битвах. Теперь можно проверить примененные руны в информации о монстре друга. Уже использованный монстр друга не будет исчезать из списка, а будет затенен. Что это означает? И вот вторая часть реально полезная. К примеру, расскажу почему. Да, допустим, мы вот, я не знаю, на начальной стадии игры. У нас есть там, вы, допустим, 40 уровень, у нас есть друг 30 уровня, которого вы, допустим, хотите удалить. Вот вы заходите там, неважно какая локация, просто поставлю пример. И вы выставляете его, да, допустим, у него ник, рост там 777. Вот, кстати, что еще интересно, да, вы можете посмотреть, какие руны на нем одеты. И это реально, я считаю, тоже круто. То есть ты можешь посмотреть, вообще стоит ли этот друг, допустим, твоего внимания. Ну, как бы это ни звучало, да. То есть вы можете этого человека удалить и заменить, допустим, на более сильного помощника для вас. Потому что вы знаете, когда вы... Как бы это ни звучало плохо, да, когда вы используете друга для прокачки, допустим... на какой-то локации, либо вы проходите данж Кайрос. То есть этот друг не использует опыт, который как бы должен занимать этот слот. Следовательно, весь опыт, который должен перейти на этот слот, он идет вам как бонус. И это на самом деле классно. То есть не забывайте про это и старайтесь, если вы прокачиваете до сих пор еще монстров, использовать это в себе во благо. Плюс еще что хотел сказать. К примеру, вы использовали, да... этот слот, ладно, этого игрока. И он у вас раньше пропадал. Теперь он будет затемняться, и вы после того, как, грубо говоря, провели бой, вы уже для себя делаете вывод. А действительно, неплохой у него там персонаж.
там какая-то хва, либо там, не знаю, Ахман и тому подобное. Классный персонаж, надо его оставить, все, в друзьях его оставляем. Либо делаете вывод, о, говно, блин, монстр отстой, даже не мог мне пройти B2, там, какого-то дракона и тому подобное. То есть вы его хоп и сразу удалили. Это действительно тоже приятно. Почему? Потому что, когда вы заходите в бой, после этого, как вы уже начали бой, вы уже никак, скорее всего, не вспомните, блин, а с кем я заходил в бой. Потому что я вот клацнул от фонаря, я не смотрю даже на имя игрока, которого я там нажал, да? А после этого думаешь, блин, он такой отстой, у него такой, такой говняный монстр, надо его удалить. А потом сидишь в друзьях и думаешь... Блин, а кто же это был? Думаешь, ладно, завтра удалю. И вот так вот неделями. Думаю, меня многие поймут. И на самом деле это тоже, хоть немножко, это косметическое такое, но даже физически помогающее обновление, потому что, ну, даже нерв вам немножко сохранит. Да, побольше. Смотрим дальше. Спасибо. Так. Дальше, дальше. Исправлено... Ой, монстров в коллекции. Снизу страницы добавлена кнопка свойств, нажав на которую можно проверить свойства каждого монстра. А вот это я не дочитал, да, когда сам смотрел. Чтобы проверить пробужденный оклик монстра, нужно нажать на уменьшенную картинку монстра в пробужденном виде. Данный контент был добавлен, да-да-да. Кстати, все, я понял и сейчас это покажу. На самом деле я успел сделать один рандомный вызов и все... То есть не рандомный вызов, а рандомный обзор монстра. И мне повезло, то есть я смог обозревать сразу всех монстров. Вот вы видите, вот эти вот 5 колоночек круглые добавлены. То есть закладочек, то есть вы можете пробежаться по монстрам. Плюс, если он, вы, допустим, рассматриваете не эвейкнутую версию, вы можете нажать вот сюда на кнопочку и рассмотреть, как он будет выглядеть. Либо какой у него там скилл добавился, либо улучшился, лидерка появилась и тому подобное. Либо вернуться вот назад. Также вот кнопочка, вот удобная, вы видите, добавлены вот эти стрелочки. Можно пробежаться, если вы, допустим, делаете какой-то гайд по монстрам и тому подобное. Либо просто обозреваете, сидите вам скучно, вы решили посмотреть на монстров. То есть тоже удобно, не надо вот закрывать, переходить на следующую и так далее. Я не знаю, почему это убирали, видимо, были какие-то баги, поэтому доделали и решили вновь ввести. И за это отдельная тоже респектушка, вы знаете, я снимаю эти рандомные гайды, поэтому для меня это сокращает, наверное, в сумме минут 5, потому что через Nox долго прогружается, пока прогрузится, ты уже забыл на кого... Какая сегодня... Господи. Я представляю ее фразочки, ей, наверное, еще и будут добавлять вот эти фразы. Ужасно. И я не удивлюсь, если даже когда вы будете какие-то там ей костюмы одевать, что у нее тоже там фразочки будут меняться. Ладно, на самом деле бред еще тот, но хоть как-то разнообразят игру. И давно мы ждали подобных обновлений, каких-то нововведений, потому что последние, наверное, месяца два, ну ничего интересного в игре не происходило. Какие-то эвенты убогие, которые уже год запускают, а вот здесь как-то вот новинка зашла в игру. Смотрим дальше. Теперь на мировом боссе можно использовать монстра, находящихся в хранилище монстров. О, а вот это вообще крутизна на самом деле. Монстры противника на арене теперь будут отображаться в следующем порядке. Лидер первый, слева, там справа, внизу. Ну, это я не знаю, насколько будет полезно узнать, кто у него лидер. По-моему, ты когда атакуешь и так это все видишь. Ну, не знаю, вот насчет второй части, честно, мне как-то... Ну, она абсолютно такая серостью покрылась, плесенью, вообще ни о чем. Лично для меня. Может, для кого-то это будет очень и очень полезно. Идем дальше. Добавлена функция для продажи частиц для вызова монстров в нижней части алтаря вызова. Ого, вот это тоже нужно посмотреть. Добавлена функция для оповещения истечений, вот, ежедневного пака за 48 часов до завершения пака. Ну, такое тоже, наверное, мне не особо нужно. Давайте рассмотрим первый вариант, то есть о том, что теперь монстров не нужно забирать с хранилища. Вот для меня это очень удобно, и опять же, это вот третье нововведение, которое для меня, ну, просто, ну, вот... Как камень с души, ну действительно, потому что ты закинешь всех этих монстров и, допустим, начинаешь снимать какое-то видео, либо просто хочешь сделать это в стриме, а у тебя мобы в этом хранилище, ты их пока перетащишь через этот Nox. Те, кто играет через Nox, понимают меня как никто, потому что с телефона, там, с планшета моего быстрого это сделать, конечно же, в разы проще. А с Nox, да, это немножко занимает времени. А так, действительно, монстров можно юзать на мировом боссе. Классно, классно. Просто миллионы людей сейчас, наверное, скажут Кумтуасам огромное спасибо.
С облегчением, да, вас. Огромное спасибо. И рассмотрим еще одну такую штуку. Алтарь части... Алтарь вызов. Давайте посмотрим, где у нас, во-первых, этот алтарь вызов. Куча шлака у меня всякого. Какой-то раз пофармил что-то, и все посохранялось. Возможно, здесь вот как-то так... Ага. Вот оно. То есть можно за 40... То есть они хотят сказать, что я вот это фармил на работе, не покладая сил столько времени, чтобы продать 445 частей за 44 тысячи маны. Хотя, с другой стороны, знаете, если вам не нужны куски, вот, допустим, на такого пират, хотя 100 маны, 100 копеек вам дадут за одну часть. Господи, ладно, это 4-звездочный монстр, а если за 3-звездочного, 400 тоже, то есть им как-то пофиг, да? Офигеть, 100 копеек за одну часть. Ну дайте же хотя бы 1000 человеку. Вот хотя бы если б не 44 тысячи, хотя, блин, на самом деле, 44 тысячи, либо 445 тысяч, мне бы погода бы не сделала. Даже 4 миллиона, если бы мне дали за эти части. Не, ну 45 миллионов я бы подумал. Да, за 45 миллионов, я думаю, многие бы фармили бы хох. Ну ладно, это не думаю, что хорошее нововведение, и на самом деле бред. Точно так же, как вот, если вы зайдете в монстры, можете зайти вот... Сейчас я покажу это наглядно. Вот к этому монстру, да, допустим. И вы его можете продать. Где вот? Отменить вызов монстра. То есть вы можете продать за 30 единиц маны. Ну реально, народ, не думаю, что кто-то это делает. Это вообще невыгодно. Лучше его скормите. То есть не парьтесь этим. Какой бы у вас монстр там ни попал. Однозвездочный, двухзвездочный, трехзвездочный, который вам не нужен, даже если вы психанули от этого, не продавайте его, блин. Это того не стоит. Дальше. В магазин паки добавлены новые паки. Пак света тьмы и пак пробуждения. Знаете, многие гадали и думали, что эти паки ведутся, знаете, куда? Вот сейчас покажу. В особое. Я думал, их можно будет купить за кристаллы. Но Ракису показали вот большой палец, да, центральненький, и сказали: нет, дружище, кристаллы ты так и копи дальше, возможно, тебе когда-то упадет твоя руна. Ты же играешь всего лишь 5 месяцев и фармишь, да, вот эти руны, точнее 5 месяцев, а нужно пофармить еще год, и тогда, возможно, ты ее выбьешь, возможно, самое главное. Офигеть просто. Но куда его добавили? Конечно же, в абсолютный донат. Сейчас найдем их, где они, где они. Ну, лично для меня вот эта информация, она мне нафиг не нужна. Я сюда копейки не вложил в эту игру. Ну, я не говорю, что это хорошо либо плохо, просто, но это факт. Вот и все. То есть, для меня вот эта информация, что это там стоит в гривнах 600, вот это 2200. Блин, вот я сейчас задумался, мне купить вот этот вот пак... Это фактически вот тот монитор, на который я вместе с вами собираю, фактически. Ну, пускай, да, монитор будет немножко дороже, это понятное дело. Или купить пак. Что мне даст пак? 2800 кристаллов. Офигеть, у меня 9000 кристаллов станет, там, грубо говоря, чуть бы не 12000. А разница какая? Просто число? Я их и так не успеваю тратить. Даже сегодня вот за мирового опять дали кристаллы. Ну, я не жалуюсь, как бы, да, вот увидите, с лотерейки немножко поднял. Так что, да, везет. Маны. Сколько это маны получается? 240 тысяч маны при моем-то количестве. Да, опять же, лично для меня это смех. Для многих, я не говорю, что это плохой пак, народ. Если у вас есть деньги, вы позволяете себе купить, почему бы нет? Можете покупать и не знаю, вдруг вам выпадет какой-то зерату и тому подобное. Я без прикола говорю. Рандом штука такая, как ни крути. Но лично для меня вот этих вот 3 свитка, потому что по 50 частей, то есть это выйдет, да, 3 свитка, там 3,5. Они мне погоды, ну, никакой не сыграют. Пускай даже мне зерату выпадет. Мне от этого толку не будет, но, блин, я бы зерату не отказался. Ладно, в общем, это нововведение для тех, кто действительно может себе позволить донат в игре. Смотрим дальше. Исправлены некоторые баги в игре, в некоторых случаях оставшиеся... Ну, короче, понятно, это мне не интересно, меня это, наверное, не касается. Исправлены ошибки в навыках некоторых скиллов. Лучший друг пассивный Хага со свойствами света. Устранена ошибка, при которой нас... ускоренную скорость атаки не влияли другие навыки и эффекты. Я не могу сказать, что тут конкретно поменяли, потому что у меня хага света нет. Для себя я понял, но размусоливать и рассуждать об этом полтора часа я не буду в видео. Поэтому, ну, поменяли-то и поменяли. Далеко не у многих есть этот хаг света, тем более их там вели без году как неделю. Навык не действует на союзников, имеющих
идентичный навык, включая самого монстра. То есть нельзя иметь два хага света, то есть и друг друга бустить по скорости. То есть, грубо говоря, сделали то же самое, что и сделали когда-то с вампирами огня. У Вердехайли, вы помните, некоторые использовали на арене, там юзали в башне по два Вердехайли, и они оба друг другу даже заливали атакбар, и это была просто имбушечка имба. Но слава богу, когда я начинал играть, буквально через пару месяцев это пофиксили. Я, в принципе, этого даже не ощутил на себе, для меня это как-то, ну, обновили, да и обновили, пофиксили, убрали, офигеть, не плакал. Песнь оленя, господи, комтуасы не устают меня удивлять с этими названиями, да, акула тьмы там или кто со своим скиллом проглатывания, Сашка Грей стабильно одобряет, в общем, в начале битвы при эффектах ослабляющих защиту снимает ослабляющие эффекты и создает щит прямо пропорционально восстановленной защите. Ага, что-то поменяли. Исправлено описание. Господи, я это все читал, чтобы они просто короля эльфов со свойством ты оглушение не срабатывал. Ага, то есть вы видите, да? Возврат ярости пассивный короля эльфов со свойствами воды. Но я не знаю, кто его юзал. А, со свойствами воды. Это же новый персонаж, да, вы помните. Фей-педераст, я его так называю. Со свойствами воды. Да, я насколько помню, у него лидерка, третья лидерка в игре на скорость на арене 33%. Это просто чума на самом деле. Лидерка суперская. Я обладатель Ванессы, и те, кто имеет подобного персонажа, вы знаете, о чем я говорю. Да, лидерка просто суперская. Даже вот 24% и 33%, уверяю вас, разница есть. Разница очень большая, потому что порой одна скорость, не то чтобы даже 1%, одна скорость может очень много чего решить на арене, даже весь исход вашего боя. Дальше, что скажу, то есть у него после того, как он воскрешался, вы знаете, у него пассивка работает так, что когда его убивают, он воскрешается, и только после этого он наносит массовый урон. Скажу так, в какой-то мере даже Теомарс позавидует ему, да, действительно, потому что он может, грубо говоря, вы его заваншотили, походил его с... дружание, либо собрат такой типа луэра фантома воды, либо пирата воды, и он ваншотнул после того, как сам умер всю вашу команду. Это пипец. Я видел просто такие ролики, это классно вообще выглядит. Это приблизительно как в моих роликах, да, я бью Тревора, Тревор контратакует и убивает мою Вальку. Чума, да, такие дела бывают. То есть у него не работало оглушение с Деспайр сета, то есть когда он воскрешался, бил вот этим дамагом с третьего скилла не работало оглушение с Inspire Set. Ну, опять же, я этого проверить не могу. И вряд ли когда проверю вообще в этой игре. Для меня, честно, эта информация вообще ничего не дает. Король эльфов со свойствами тьмы. При применении навыка, замедляющего откат навыков врага замедляется на один ход и запустит... Что поменяли, я не знаю. Опять же, тем более тьма. Про тьму вообще можно забыть. Дальше. Тайный визир. Тайный визит, господи. Да, ассиста со свойствами тьмы был изменен. Добавлен эффект восстановления здоровья на 15%. Угу. Ну, я не думаю, что он от этого круче станет. Ладно, едем дальше. До оглушает один ход врага. Короче, я не считаю, что это вообще стоит обсуждать. Да, ассист тьмы как был кормом, так и остается. Да, ассисты рассматриваются лично мной. Только ветер, потому что он является одним из трех, даже четырех топовых контроллеров в игре. Действительно, это очень хорошая замена Вераду. Они даже похожи третьим скиллом, действительно. Чуть бы не идентичны даже, если более сказать. Да, ассист ветра и света я рассматриваю. Свет очень хорош в защите. Да даже в атаке он неплох, потому что не дает пачке сдохнуть. Но опять же, его контролить можно, и вы знаете как. Что еще скажу? Некоторые качают даже воду. Я знаю, что он тоже выдает неплохой дамаг, но лично я его не рассматриваю. Он мне не нравится. Просто вот и все. Андроид. Тоже неплохое нововведение. Скажу так, для тех, кто хотел бы снять свой вызов на видео, оставить для себя память, если вы не хотите написать Араки сюда, чтобы он с вами сделал призыв. Хотя, знаете, за последние недели две мне уже 4 или 5 человек написали, что хотят снять вызов. И я не знаю, что на это повлияло. Может, какое-то там весеннее обострение. Ладно. Такие дела. Поэтому, если вы действительно хотите снять со мной видео, напишите... Господи, звучит как будто какое-то начало порнушки. Снять со мной видео.
Ладно, вы поняли, о чем я говорю. То есть пишите в личку, договоримся, снимем видео, и все остальные посмотрят. Про Summoner War, а не то, о чем вы подумали. Дальше. Да. Какое нововведение добавили? Теперь вы можете записывать экран, то есть захват экрана делать официально, без каких-то там программ, без рутирования вашего девайса, без задумывания о том, что вас могут заблочить за эту прогу и тому подобное. То есть сама игра решила вам предоставить такую возможность снимать видео. Но, знаете, о ком они подумали? О тех, насколько я понял, с информацией со всех сайтов и тому подобное, эта функция работает только у тех, у кого девайс на системной на андроиде выше версии 5.0 Lollipop, или я не помню, как она называется. Допустим, мой Samsung, там какая 4.4 версия, он явно не поддерживает. Допустим, в Nox'е установлена, по-моему, 4.5 или 4.6 версия, тоже не поддерживает эту версию. И сейчас вам покажу вообще, где можно это проверить. Возможно, у вас работает, и вы будете снимать ролики. Видите, да, вот нарисован джойстик вот этот под эвентом, и вот здесь должна появиться у вас четвертая иконка. Ну, обычная камера, запись. То есть вы ее нажимаете, ну, здесь все и так понятно. То есть и начинается запись. Куда сохраняется видео, честно, я без понятия. Поищите у себя в телефоне, планшете, либо через что вы будете снимать. Ну, мой совет, лучше использовать MobiZen, он более стабилен. И можно использовать более такой обширный вид настроек. И через него просто удобнее, да, удобнее снимать. Я вам его рекомендую. Но можно да через Nox снять видео. Там уже смотрите сами, если вам это вообще нужно. Что скажу вкратце по поводу патча. Мне очень понравилось, если быстро пробежаться по нововведениям вот в плане монстров. Теперь вот вы можете прощелкать, взять одного монстра и прощелкать все стихии, посмотреть Awake версию или не Awake. Дальше. Второе нововведение. Я не расставляю по порядку бывания или вообще по важности. Это арена и ГВ. То есть вы можете зайти там, допустим, к игроку, вот, которого хотите напасть, и очень быстро поменять сохраненные паки. То есть вы можете комбинировать, там, менять что хотите, посохранять для себя пачки, чтобы не терять время и не подбирать команду. Допустим, вы атакуете через каких-то там двух люшенов и еще кого-то, а вторая пачка у вас огненная. И чтобы не менять вот это постоянно, потому что многие, знаете, даже игроков пропускают из-за того, что не хотят вот это вот менять, искать, у кого-то там 50 монстров, он пока найдет, выставить. Честно, такой, наверное, как UDCB, он там вообще пищит и писает кипятком от этого нововведения. Да даже я радуюсь этому нововведению. А тем, у кого там 50 и больше монстров, это просто, это, о, манна небесная. Это вообще, это счастечко такое. И третье, лично для меня очень хорошее нововведение, это то, что когда вы заходите на мирового босса, ну сейчас, к сожалению, вам показать не могу, даже если у вас монстры какие-то находятся в хранилище, они также можно их использовать, не выводя их с хранилища, то есть не забивая свой бэкап. Честно, лучше бы они основной инвентарь подняли бы со 100 возможных, вот вы видите, для новичку это будет информация полезна, потому что многие задают вопрос, сколько же монстров можно иметь здесь максимум. То есть вы видите, у меня сейчас 81 из 100, максимум можно 100 монстров, но если вы фармите какую-то локацию, и монстры, которые у вас падают с этой локации, они будут у вас там 101, 102, они не удаляются, они никуда там не пропадают, то есть это тоже не бойтесь, да, я думаю, много информации я сейчас для вас все-таки полезной выдаю. А вот хранилище расширили, хранилище монстров, вот оно, его расширили с 350 максимальных мест до 400. Это полезно для кого? Для каких-то там, извиняюсь, задротов и тех, кто очень много денег вливает в игру, либо играет с первого дня, и они собирают даже вот таких вот монстров, как я, просто у меня не было места, да, в хранилище. Поэтому для них это тоже где-то будет полезно. И многие еще задают вопрос, сколько же будет стоить там последующее открытие в хранилище места. Всегда стоит 120 тысяч. Всегда. То есть только когда вы инвентарь расширяете, там оно последовательно и по чуть-чуть все больше и больше растет. Я не помню, по-моему, 200 с чем-то тысяч стоит поднять с 95 до 100. Честно, уже не помню, не хочу врать. Остров стал намного чище. Господи, она еще и уборщицей подрабатывает. Ну, дела такие. Да, народ, я надеюсь, это видео было вам чем-то интересно, полезно. Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья. Ссылку, кстати, по поводу первого видео, о котором я рассказывал, о двух братьях, которые снимали видео, на котором кто
я не знаю, может кто забыл, в сумме где-то 300 призывов, и уверяю вас, оно стоит того, чтобы посидеть, не знаю, попить чаек, покушать чипсиков и посмотреть это видео. Я лично, это, наверное, ну, самое одно из любимейших рубрик во всей игре, как кто-то, либо я сам открываю свитки. Это всегда волнительно, ты всегда переживаешь за человека, всегда можно поржать с человека, можно действительно... опять же, попереживать, подумать, блин, а у меня могло быть лучше, либо еще и хуже и тому подобное. Рандом, он, сука, такая, вы знаете. Вы можете из 500 свитков не вызвать ни одной четверки. Ну, хотя это вряд ли, наверное, ух, я вам такого не рекомендую. Ну, дела такие. А кто-то с первого там свитка своего добытого в игре вызывает Зайроса. Рандом. Такое дело. Добавляйтесь в группу, которая есть в описании. Не ленитесь, спускайтесь в описании. Там же, кстати, есть ссылка на мой Twitch канал. Вы знаете, что я твичи провожу часто, и в эту пятницу, субботу, если вы смотрите это видео сегодня, скорее всего, пятница у вас, пройти по ссылке, зарегистрироваться, нажать кнопочку follow, либо подписаться. Я за вам за это буду очень благодарен. Вы подпишитесь, вы будете всегда в курсе. Подписка там бесплатная, то есть я еще как минимум не получил партнерку. Я думаю, чем больше людей будет у меня на твиче, тем больше людей будут как-то более образованы в этой игре. Вы знаете, видео я делаю для вас, для того, чтобы вам было проще. Я в свое время это читал. Для вас уже лучше, вы любой, на любой свой, наверное, уже вопрос можете найти ответ в одном из моих видео на YouTube. А видео у меня уже там около 190 по игре, и это на самом деле офигеть как немало. Да, это действительно много. Но все это делается для вас, это мое хобби, я его реализую и стараюсь для вас. Всем спасибо за просмотр этого видео, всем удачи, пользуйтесь новыми обновлениями, следите за новостями через вот эту Айрин, посылайте ее нафиг, как я, и читайте всю эту бредню, которую она несет. Всем удачи и жду вас на стриме. Пока-пока.